Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Ты какая-то молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Во-во, как в старые времена. が来ました。武装しているようです。もちろんです。わかりました。 дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю. Я буду осторожна. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что, сразу сваливаем. Ханако-сама, у мачи да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришла. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир. Соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо, это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Хм, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль... быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принесла душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Типа за вами кто-то следит?
Мы немного отклонились от темы. Ты принесла душегуб? Думаете, меня так просто развести? Я вообще-то хочу выйти отсюда живой. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Хочешь уйти? Как это ты догадалась? Блин, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. А вот это уже интересно. Я вас внимательно слушаю. Мой брат... Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Скажите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы хотите сделать? Йоринобу... Ханако-сама, соросоро готитаку ни омодори итарайте. Сугу ни сму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должна обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Мне скоро нужно будет... Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. Например, какие? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думала, это логично. Такэмура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место, Ви. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу, как и ты. Ну? Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Все, идем уже нахер отсюда. Все хорошо? Да, просто... У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Нам может всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Да, понимаю. И мне это не нравится.
Я и сама пока еще на ходу. Посмотри правде в глаза. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. Бестия? Не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни... Все будет нормально. Заберемся в башню, Альт откроет Микоши, а потом я шлю там. Блин, ты опять отрубаешься. Я что? Нет, ты еще в мире живых. Пока что. Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик. Больно, больно, я знаю. Ты бредила, когда пришла, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство. Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попала? Приползла сюда на последнем издыхании, испугала Мисти до полусмерти, скинула со стола пациента, которого я оперировал, и потребовала, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это была не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошла до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Ой. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом, похоже, хорошее заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Найти решение проблемы? А я, блядь, что все это время делаю? Что бы ты ни делала, ты оказываешься у меня на столе. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Арасака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь проскинуть мозгами? Ладно.
Только не в этом, подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? Я вслух... Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Слушай, а кто выиграл бой? О, значит, ты слышала. Он поднялся? Волш? Нет, как всегда. Как это? Это повтор. Я часто его пересматриваю. А чего ты тогда так бесился, если заранее знал, кто выиграет? Хороший вопрос. Я просто пытаюсь понять, когда Волш совершил ошибку. И что надумал? Он вышел против более сильного соперника. Но все-таки немного странно называть это ошибкой. Вик, ты так много для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди, я буду закрываться. Прими лекарство и вперед до победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Окей. Мне кажется, Вик уже сыт мной по горло. Не сердись на него. У него сегодня заблокированы все чакры. И он выпил слишком много кофе. А у меня тогда что? Наверное, аура меркнет, да? Угу. Боюсь, что да. Ладно, веди. А что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то тут при чем? Увидишь. Пойдем. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одну. Сиди на здоровье. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать,
все пойдет по худшему сценарию. Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чего будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Джуди. Понимаю. Даже я к ней слегка привязался. Она должна знать. Привет, Джуди. О, привет, Ви. Как ты там? Помнишь, когда мы плавали? Ага. Круто было, скажи. Ты тогда сказала, что почувствовала во мне... Смерть? Пора с ней разобраться. Не уверена, что получится, но я попытаюсь. Слушай, не знаю, что ты задумала, но я буду ждать. Береги себя, хорошо? Ладно, постараюсь. Ну все. Хорошо, что позвонила. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверена. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. А еще можешь заключить сделку с Арасакой. И всю жизнь жалеть, что продала душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер какие весь Найт-Сити. Люди без охраны? Опрокинешь последний стаканчик перед сном? Это один человек. А, верня. Хочешь сказать, что я вру? В Сальвадоре было... Мне нужно Бести. Она в большой комнате, но мне кажется, лучше ей сейчас не мешать. Нет уж, я помешаю. Ты что думаешь, я шучу? Она тебя пинками выгонит. Да неужели? Тогда смотри и учись. Я-то посмотрю. А вот кого будут учить, другой вопрос. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решила отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Боже, кто-то умер? Что, не рада меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Чему ты клонишь, Джонни? Я как-то пропустил последние 50 лет. Вот и пытаюсь разобраться, что к чему. Прикинуть хрен к носу. А, и как оно получается? Да, я понял, что никто из старой команды не выжил. Никто, кроме тебя.
закончили? Нет, закончили. Да что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, пойду еще поработаю, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда клонишься к корпу? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это тело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю ее, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Мало ли, может, я изменится. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от нее отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. А единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэр. Арасака? Опять? Ха, как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал «нам»? Ну да. Без тебя же ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Потому что ты в долгу передо мной. И перед теми, кого столкнула вниз, пока лезла на вершину. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блядь! Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Вейланд. Прям вылитый отец. Кровь от крови. Я что-то пропустил. Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия?
Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Отбросит нас до площади корпорации. Нас. То есть ты со мной? Не делай вид, что удивлен, засранец. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Джонни, я же сказала, бери оборудование. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Мы не маленькие. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей. Вставляй щепку. Цель. Точка доступа к Микоше, Варасака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Варасака Тауэр — крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Росака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лабораторий, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Ты не говорила про бомбардировщик. У женщин свои секреты. Да уж, тут одними красными мидзутами не обойдешься. Как он у тебя оказался? Я лучший фиксер в городе, малыш. Сосредоточься лучше на плане. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джуроджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один... знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать? Если только она может спихнуть с небес спутник Карасаки. У тебя контакты в Orbital Air? Да ты и правда королева фиксеров. Скажи спасибо. Я для тебя все лучшее собрала. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне.
Я поговорю с Альт, но ничего не обещаю. Она все-таки беглый скин. С ней может быть трудно. Тем более, что сетевой дозор ее ищет. Может оказаться, что ей спутники не очень нравится сшибать. В гробу я видала ее предпочтение. Не забывай, я здесь рискую больше всех. Или убеждай Каннинген, или до свидания. Я же сказал, что поговорю с ней, блядь. Ладно, короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа Микоши. Как тебе? Есть одна небольшая проблема. Обратного пути не будет. Ты готова сжечь все мосты? Само собой. Против тебя поднимется вся Арасака. Да, и Orbital Air, наверное, тоже. Но как бы так сказать, они сами пригрели змею у себя на груди. Так что, что ты думаешь? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Альт. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотела нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сама. Только технику мою не трогай. Я же сказала, Альт Каннингем больше нет. Да? Тогда почему она стоит передо мной? Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. Тогда зачем разговаривать? Ты же и так все знаешь. Акция опережает реакцию. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Ты даже шутишь, как Альт. Это воспоминание о чувстве юмора Альт. И что еще ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ты разбираешься в спутниках? Один из Юроджин 0401. Я справлюсь. Бля, ты серьезно, что ли? Читаешь мои мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь в Арасака Тауэр. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоши. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором
и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно неверное слово. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу? Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Ну, можешь пожелать мне удачи. Желаю удачи. Ну, спасибо. Шикарно поддержала. Ничего не скажешь. Бумаги у Асукаги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Ты в этом костюме пойдешь на свое главное дело? Серьезно? А что, он на мне плохо сидит? В него хорошо всаживать пули, но это уже твои проблемы. Готов? Бестия, кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что у тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Да. Я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Я любила этот бар. Буду скучать. На самый верх. Да, кстати, а что ты сказала Уэйланду про операцию? Только то, что он хотел знать про его долю. Интересно, и сколько сейчас получают за такую работу? Это тебя не касается. Сложно сказать, что ли? Для фиксера? Да. У меня свои правила. Привыкай. Какая-то молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Во-во, как в старые времена.
хотите? Нет, расскажи. Смотри сам! Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног! Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ёбаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьемся, но на уши всех поднимем точно. Пора еще раз сыграть этому городу побудку. Господи, как же красиво! А скоро станет еще красивее. Эй, вы там! Вы что, пыхнули и со мной не поделились? Если бы сквама! Всем смотреть на небо! Канингем вступает в игру на раз, два и три. Ого, это был Джуроджин? Загадай желание. Эй, отвлекитесь, нас заметили! Твою мать! Что будем делать? Идем по плану. Как жив еще? Службы безопасности занять свои посты. Уэйланд достался Вави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйланду. Ясно. Все в сборе. Начинаем. Уэйланд, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у дверей. По одному на каждого. Джонни, выбирай своего. Сдавайся! Клевая кожа. Из уст человека-крокодила это комплимент. Спасибо за помощь. Ты должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть чутка рассредоточились. Ты очень похож на своего отца. Чего? Ты же слишком молодая, чтобы... Не сейчас! Выбираемся отсюда. Живей. Вон того, видите? Их главный. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Тихо и осторожно. Я тут. Как говаривала Спайдер, а что у нас под декой завалялось? Давай, забирай у него ключ доступа и будем искать лифт. Есть ключ доступа. Идем к лифту. Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречала здесь с Митчика Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец.
а ты по-прежнему лучшая. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Стреляй! Давай, включай каннингем через порт. Так мы эту дверь не откроем. Стоит поискать тут контрольный терминал. Готово. Подключаю Альт. Пора выпускать твою хакершу. Пусть покажет, на что способна. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была для меня единственной. Знаю. Жаль, что ты этого не знал. Ну, могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Света не хватило контроль над зданием. Микоши, открыт. В лифт! Живо! Бросай оружие и выходи! Ого! Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром, покупали пушки и воевали с корпорациями? Не знаю, Джонни, сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка! Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетраннеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Видимо, он побежал, и его срезало очередью. Ебать копать! Кто она вообще такая? Женщина, доведенная до крайности. Блять. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Кажется, нам здесь делать уже нечего. Я готовлюсь отразить атаку на Таннер. Которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить без меня. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигаем. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Джонни. Но всегда можно начать сначала.
ты, сука! Бестия! Ты сдохнешь вместе со мной! Была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия хотела тебя прикончить. И, наконец-таки, ей это удалось. Что за бред? Я убил эту старую суку. Завали, Смешер. Она вышла из игры на своих условиях. Тебе этого никогда не понять. Ты была лучше всех. Всегда. Мой отец говорил, что если бы ему надо было взять на необитаемый остров кого-то одного, он взял бы Бестию. Их поколение было сделано из другого теста. Уэйланд. Чего, парень? Ты хороший мужик. Удачи, Сильвермен. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне.
Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы, золотой фигурки то большая честь, помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Привет, Ви. Соскучилась? Не то чтобы. Я вырубилась и очнулась уже тут. Что-то пропустила? Бестия погибла. Ее убил Смешер. Мне жаль. Не стоит. Она погибла за меня, а не за тебя. С моим телом все нормально? Да, ждет в подвале Арасака Тауэр. Я подключил его к сети. Я догадалась. Твоя девушка уже давно пропалывает мне мозги душегубом. Альт, ты где вообще? Может, поздороваешься? Я теперь Инграмма. Ёбаный конструкт. Блять. Ну... Добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу, а потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Как это? В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала девочке новую жизнь. Ты ее наебала. Так получается? Шуми, заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Все будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумаем. Я же попросила тебя, Джонни. Не пизди. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь она воспринимает ее сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего же тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет.
Эй, не надо делать из меня врага. Все будет, как мы договаривались. Да уж, надеюсь. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Хватит уже. Мы так можем до бесконечности говорить об одном и том же. Ты ведь знаешь, какой вариант для меня наилучший. Я еще хочу пожить. Ты должен уйти. Если ты не готова умирать, значит, будешь жить. Джонни. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Джонни. Вот только не усложняй, ладно? Просто не забывай, как мы тусанули. Я тебя не забуду. Доброе утро. Доброе утро. Пойду пока приму душ. Угу. И я. Ничего. Окей, если тебе что-то понадобится, я на кухне. Стой. Тебе плохо? Что-то не так?
Да, просто устала. Ты уже неделю такая. Мне кажется, что ты что-то не договариваешь. Может, в Микоше что-то случилось? То, о чем ты мне не рассказывала? Я ничего от тебя не скрываю. Просто у меня есть ощущение, что ты отрезаешь меня от своей жизни. Может, дело в этом заказе? Не волнуйся. Это все пройдет. Пройдет. Ви, я же не слепая и не глупая. Ты меня держишь на расстоянии, как будто я могу тебе навредить. Иногда мне кажется, если бы я в один прекрасный день просто исчезла, ты бы даже не заметила. Ладно, я буду на балконе. Может, получится увидеть Хрустальный дворец. Надо же. Его, правда, можно перепутать с Венерой. Ви, наверное, я ошиблась. Мы сейчас уже не про Хрустальный дворец. Правильно? Странное чувство. Я только сейчас поняла, что я так тут и не прижилась. Мне казалось, быть одной из миллионов круто. Если ты никто, ты в безопасности. Это была иллюзия. Я стою и чувствую себя... Какой? Одинокой. У тебя есть я? Да, есть. На какое-то время. Когда-то я мерила время этапами. От одного к другому. Сначала в моей жизни был этап клоповника в мегабашне, потом интернат, потом банда, шельмы. Каждый грёбаный раз я думала, что вот, я наконец-то нашла то. И каждый раз я разочаровывалась. Как ты назовешь этот этап? Как раз хотела с тобой об этом поговорить. В общем, Ви, я хочу уехать из Найт-Сити. Насовсем. Мне нужно что-то другое, более постоянное. Понимаешь? Не уезжай, пожалуйста. Ты мне нужна. Ви, подожди, послушай. Ты нашла свое место. Это твой город. Посмотри на себя. Ты же теперь королева по смерти. Легенда. Я тоже хочу найти себя. Свое место. Ты же знаешь. Ох, как же мне трудно говорить, особенно тебе. Я поняла. Спасибо, Джуди. За все. Ты что-то задумала, да? Я могу помочь? Нет. С этим мне надо разобраться самой. То есть ты возьмешь этот заказ? Мне жаль, что все так вышло. Угу. Мне тоже. Я не могу это отложить. Времени совсем мало, а дел все еще очень много. У тебя всегда будут какие-то дела. Сегодня один заказ, завтра другой, потом третий. И так до самого конца. Надо дельтовать. Меня, наверное, заждались в посмертии. Хорошо. Будь осторожна, Ви. Возвращайся живой и невредимой. И ты береги себя. Вроде все обсудили. Ты беги, я тут еще немного потусуюсь.
Доброе утро, Ви. Привет, Дэл. Вы готовы начать полет? В посмертие. На полной скорости. Слушаю и повинуюсь. Вы выглядите совсем измотанной. У вас была тяжелая ночь? Скорее, тяжелый месяц. Возможно, вас тяготит успешность. У меня сложилось впечатление, что вы получили все, что хотели, и успешно показали городу, кто здесь главный. Я могу вам чем-то помочь? Мне бы очень хотелось. Расскажи мне, какие настроения в городе? Арасаку продолжают преследовать несчастье. Внутренние конфликты, падение стоимости акций, рекордно высокий рейтинг недоверия. И это лишь часть проблем. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Угу. Обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали инграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. А что народ? Поговаривают, что вы беретесь за большое дело, и что вам будет помогать кто-то очень влиятельный и очень богатый. Других тем мало. Арасака безуспешно пытается восстановить хотя бы подобие порядка. Вы посмертие в безопасности, по крайней мере, пока. Поняла. Могу ли я задать вопрос? Валяй. Вы недавно упоминали, что для вас важно только одно – увидеть Найт-Сити с самого верха. Надеюсь, твоих познаний хватит, чтобы осознать, что это была метафора. И ты не будешь объяснять мне технику безопасности Вави. Сарказм. Смешно. Я желал спросить, что будет потом, когда вы достигнете этой цели. Я успокоюсь. Правда? Очень, блядь, надеюсь. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Последний комментарий перед тем, как я замолчу. Не волнуйтесь, Ви. Всех начинаний. Да, к тебе обращаюсь. Получаешь от жизни все, что хочешь? Дай-ка угадай. Старые соевые чипсы? Ржавая вода из-под крана? Под твоими окнами опять кого-то зарезали? А что если у тебя появится шанс все изменить? Сбежать далеко-далеко! И начать собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово «космос» на 7299 и получи шанс выиграть недельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. 10 казино, 5 бассейнов, аппаратура для брейн-дансов и лучшие повара во вселенной. Хочешь оказаться в настоящем раю? Не откладывай ни на микросекунду. Отправь «космос» на 7299 прямо сейчас. Хрустальный дворец. Реальная жизнь среди мертвого космоса. Босс. А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Привет, Ви. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А что такое? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном.
Так что, по обычаю посмертия, тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь. Может, сделаешь мой коктейль? Выпьем за меня. Вдруг поможет. Чтобы в посмертии появился коктейль в твою честь, надо сперва умереть. Ты знаешь правила. Ну так я и умерла, Клэр. А, ну, да, ну окей. Тогда я тебе что-нибудь намешаю. Удачи тебе там, Ви. Привет, босс. Ви, этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рада, что не разочаровала. После вас. Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получила деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовала все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. Поэтому ты и нанял меня. На самом деле я тебя нанял, потому что ты пойдешь на все, чтобы получить хотя бы призрачный шанс на выживание. Даже если ради этого придется оказаться на волоске от безвременной гибели. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне это не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получила все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Ну что, была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи.
ты не заглядывала к старине Вику. Наверное, Чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера, какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нортоук ходит. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужила больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер. До встречи, Ли. Привет, Ви. Я вот... я хотела попрощаться. Подумала, хватит тянуть, надо взять и уехать. В этом городе у тебя только два варианта. Или ты становишься сукой, или тебя убирает какая-нибудь другая сука. Надеюсь, ты найдешь для себя другой путь. Жаль только, что все так закончилось. Удачи тебе в жизни. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя, лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все, Ви. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помогла мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некая Ви сыграла в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знала, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь одна из нас. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе, и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня поняла. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогая моя, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способна.